Они сменили форменную одежду на удобные спортивные костюмы. Участковые, дорожные инспекторы, оперуполномоченные и дознаватели. Более 150 самарских правоохранителей вместе с детьми принимают участие в полицейском турнире на Волге. В этом году он проходит впервые в рамках спартакиады Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области. Спорт и служба в полиции во многом похожи. В спорте нужна не только самоотдача, но и серьезная дисциплина. Надеюсь, что этот турнир принесет много положительных эмоций. Всем участникам соревнований желаю честной спортивной борьбы. Пусть победит сильнейший. В спортивной борьбе принимают участие 8 команд, в каждой из которых 19 спортсменов, 4 ребенка и 15 спортсменов-полицейских, проходящих службу в подразделениях областного главка МВД и территориальных органов внутренних дел. На трибунах родные, близкие, коллеги, руководство. В числе почетных гостей глава Самары Елена Лапушкина. Одновременно участники проходят несколько испытаний – подтягивание на перекладине, армрестлинг и перетягивание каната. На площадках нешуточные страсти. Командный зачет мы подводим по всем видам спорта. То есть в каждом виде спорта мы определяем рейтинговое место команды. Потом эти места мы суммируем и выводим победителя. Отдельный вклад в общую победу вносят дети сотрудников органов внутренних дел. Для них организовали эстафету – прыжок с места, отжимания, челночный бег и бросок мяча. В соревнованиях подтягивания на высокой перекладине победителей определяли не только в командном, но и в личном зачете. Лучшим в этой дисциплине признали старшего оперуполномоченного оперативно-розыскной части областного главка полиции Александра Семина. В спорте он уже 12 лет. Рассказывает, что тренировки помогают и отдыхать, и работать. Непосредственно к перекладине тренировались, как только узнали о том, что состоится такой грандиозный праздник. И, соответственно, мы тренировались с нашей командой практически каждый день, как только позволяла эта служба. Поэтому у нас такой отличный результат. Команды-победители определились в каждой дисциплине. Одним из самых зрелищных испытаний стало перетягивание каната. В общекомандном зачете бронзовые медали получили спортсмены команды «Ладья» и «Стальятти». Серебряными призерами стали участники команды «Юг», которая объединила правоохранителей нескольких районов. Столько эмоций, сколько приятного. Мы всегда рады встречаться с другими коллегами, соревноваться и держать себя в форме. Победителями полицейского турнира на Волге стала команда Главного управления, которая в упорной борьбе заняла первое место в общекомандном зачете. Вообще потрясающее ощущение. Я очень доволен. Замечательный спортивный праздник. Классное мероприятие. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Заряжает позитивом, энергией, и позволяет показать то, ради чего мы здесь все тренируемся. Все участники турнира получили медали и подарки. Победителям достался не только кубок, но и главный приз – служебный автомобиль. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.